Росатом готовит к запуску первую в стране национальную информационную систему обращения с отходами первого и второго классов опасности. Круглый стол по этой теме состоялся в Совете Федерации. Система позволит вести учет и контролировать весь жизненный цикл самых опасных видов отходов. Это и транспортировка, и хранение, и переработка, и обезвреживание. С момента их образования и до полной утилизации. Введение данной системы позволит исключить дальнейшее накопление отходов первого-второго классов, что позволит в дальнейшем не увеличить накопленный экологический вред, который мы сегодня знаем, когда значительные территории, зачастую примыкающие к населенным пунктам, оказываются заражены в результате вот такого безответственного обращения с отходами первого-второго класса. В России, по оценкам экспертов, ежегодно образуется до 400 тысяч тонн отходов первого и второго классов. Разобраться с этой проблемой государство поручило Росатому. Причем мы отвечаем не только за создание системы по обращению с ними, но и создаем инфраструктуру, экотехнопарки, где эти отходы будут перерабатывать.